Хроника 1812 года. День за днем. Партизан-подполковник Давыдов атаковал отряд польских войск, прикрывавший госпиталь в местечке Белынычах. Благодаря лесистым местам и буеракам неприятель удерживался на каждом шагу, но прапорщик 26-го егерского полка Давыдов сотни казаков рассеял польский отряд и взял 96 человек в плен. В это время Волынского уланского полка подполковник Храповицкий занял местечко и госпиталь. Неприятель хотел было удержаться, но казаки атаковали и гнали его до местечка Ясмонов, от которого поляки отступили к Березине. Хроника 1812 года. День за днем.